Здесь и сейчас во Всероссийском детском центре «Смена» сельские классы команды готовятся пройти дистанцию в 60 метров. Также сменовцы попробуют свои силы в дисциплине «Подъем туловища из положения лежа на спине». В «Смене» для прохождения этой дисциплины есть специально оборудованный стадион с беговыми дорожками и площадками. Сейчас представители школы номер 2 Еврейской автономной области пробегут свою дистанцию. Скажи, что ты ждешь? Ну, я жду, что мы все пробежим быстрее предыдущих результатов и поставим свои личные рекорды. Ну, мы тренировались упорно и до приезда сюда, и во время смены. После прохождения дистанции Марина поделится своими впечатлениями. Для успешного выполнения всех дисциплин спортивного многоборья требуется быстрота, сила и хорошее физическое развитие. Александр Ермаков из Калужской области занимается спортом на протяжении 10 лет, имеет первый разряд по палеотлону. Мальчик отметил, на подобных соревнованиях правильный старт может обеспечить возможность быстро развить максимальную скорость. От президентских состязаний Саша ждет новых достижений. Многое зависит от старта. Если человек вовремя среагирует, то он может хорошее время поставить. Во-вторых, нужно бежать очень быстро, ноги должны работать. Также там задействованы руки. Ну и правильное дыхание. Насчет длинных дистанций, лучше распределиться по дистанции, как бы это, ну, для себя. Например, такой-то отрезок ты бежишь так, такой-то отрезок так бежишь. Также главное дыхание. Я жду нового рекорда. Стать сильнее, стать умнее, ну и стать, наверное, разнообразней на все этапы соревнований. А тем временем команда Марины Рыковской одержала маленькую победу. Мальчишки и девчонки показали все свои возможности при выполнении дисциплин многоборья. Ты прошла всю дистанцию, также выполнила другие упражнения, да, подъем туловища с положения лежа. Какие у тебя впечатления в целом остались? С какими трудностями ты столкнулась? Я достаточно довольна, как я одержала победу. Ты видела соперников, да? Да. Что ты можешь о них сказать? Сара, ну, мальчики молодцы, они держались, я Дарья Сизова, Анна Чугунова. Ну и в целом, что можешь сказать о своей команде? Вот сейчас за спиной наши стоят все бравые ребята и девчонки. Ну, хочется сказать спасибо вообще за то, что они собрались здесь и показали хорошие результаты, никто не сдавался, и в целом мы выступили хорошо.